Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English автора Афанасьева Баранова-Михеева, Unit 2, часть 2, Step 7, шаг 7, Exercise 3, упражнение 3. Listen and repeat the sentences. Прослушайте и повторите предложения. Мы с вами прочитаем эти предложения и переведем. Вы можете читать их вместе со мной. I went to the sea by train, but Mike drove there in his car. Я отправился на море на поезде, а Майк поехал туда на своей машине. Jane rode her new bike yesterday, and she loved it. Вчера Джейн каталась на своем новом велосипеде, и ей очень понравилось. The dog stole a bone from the dinner table. Собака украла кость с обеденного стола. Father said he would like to stay at the sea for a week. Отец сказал, что он хотел бы остаться на море на неделю. Sam fed the cats and left them in the house. Сэм накормил кошек и оставил их в доме. I heard that old fable long, long ago. Я давно слышал эту старую историю. Очень давно. На этом все. Мы с вами прочитали. Вы можете еще раз прослушать, повторить вместе со мной. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы или есть замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.